Если вы нормальные люди, я бы не советовал вам смотреть этот фильм. Но если вы дебилы, то вперед! Остаться в тупых! О, пилот, здесь вроде у нас нет заднего крыла. О, я вроде забыл. Кто это такой? Посмотрите на него. Здравствуйте, я очень голоден. Дайте мне чипсы. Да кто ты такой? Да ну что? Где мои чипсы? Ну, давай. Залезай, черт! Уже поздно, позвоним Дарт Вейдеру, пусть принесет нам пиццу. Алло, Дарт Вейдер, Пиццу Хат, пожалуйста. А где же Дарт Вейдер? Что здесь происходит? Черт возьми! Что это? Я здесь вас дежурю! Но раньше тут дежурил Бэтмен! Ну вот несчастье! Как могу сказать, его раздавил! Ну что поделать? Вот что вы сюда пригарлись, я вам могу сказать, проваливайте! И выключите, наконец, эту музыку, дебилы. В общем, давайте, зачем вы сюда пришли? А ну, говори! О, черт! Это пикала кнопка! О, сейчас будет взрыв! Что ты трогаешь меня своими противными руками? Фу, в какашу измазал. Ну все. Я говорю, кнопка. Нету никакой кнопки. Понял? И тебя больше нет. Что за черт? О, какое-то магнитное поле! Ну что, дебилы, понравился фильм? Печенец. Компотик. Женатоник 2. Скоро на ваших экранах. Боксер. Эти билеты... Прикинь по чертам трехголовым бурдалакой с самим Фием.
Этим лесом. Thank you.